Оформить документы быстро и без очередей. В московском районе Твери открыли многофункциональный центр. Здесь по принципу одного окна жители могут получить практически все государственные, региональные и муниципальные услуги. На месте побывала наша съемочная группа. Теперь в каждой части Твери есть свой филиал МФЦ, в том числе и в Московском районе. Новый центр располагается по адресу Бурашевское шоссе, дом 36. Офис максимально оборудован для удобства и комфорта клиентов. Доступны 10 окон. Время ожидания – 15 минут и минимальный комплект документов. Теперь у жителей Московского района областной столицы появилась возможность получить все услуги в одном месте. Раньше не знаешь, куда обратиться, чтобы быстрее документы там. В принципе, вот право меняли тоже удобно. ГАИ там полтора месяца ждать, а здесь две недели, все отлично. Все сделали? Все сделали. Это очень комфортно, быстро, удобно. Получить паспорт, оформить прописку и записать детей в школу. Пока здесь будут предоставляться более 300 услуг, но уже к 2024 году их количество вырастет еще на десятки позиций. В рамках той стратегии, которая сейчас разрабатывается, утверждается на федеральном уровне Министерством экономического развития Российской Федерации, было анонсировано, что к 2024 году многофункциональные центры должны будут предоставлять все услуги, которые предоставляются любыми органами власти. До 2021 года запланировано открытие 7 новых филиалов в тех районах Тверской области, где их еще нет. Это Лесное, Фирово, Молоково, Красный Холм, Санково, Белый и Пена. Согласно принятой региональным правительством схеме, их должно быть 40. Новые центры откроют в городах Торжок и Тверь. Услуги там уже получают более 90% жителей Тверской области.